В руках у юных воинов ни сабли, но бой они ведут самый настоящий. Это участники национальных казачьих игр, которые прошли в минувшие выходные на территории монастырского урочища Камплица в Ростовской области. Казаки из различных казачьих сообществ всех возрастов соревновались в стрельбе из лука, борьбе и других видах боевых искусств. Шермицы называют своего рода казачьей олимпиадой. Но во время соревнований, посвященных святому Георгию Победоносцу, казаки забывают все взаимные распри, что особенно актуально в этом году. Одни считают, что надо каким-то образом принимать участие в этих событиях, которые происходят сейчас на Украине. Есть люди противоположных взглядов, которые считают, что казакам надо заниматься проблемами, которые существуют у них в огромном количестве на их землях, на Дону, на Кубани, на Тереке. Поэтому однозначно оценить ситуацию и сказать, что казаки единым фронтом все готовы участвовать, поддерживать чьи-то интересы с оружием в руках, такого не наблюдается. Здесь чтят традиции и соблюдают обычаи. Один из них – обряд посажения на коня, в ходе которого в настоящие казаки принимают маленького мальчика. Сперва ребенок совершает круг на коне, а затем получает боевое оружие. В Шермицах приняли участие казаки Дона, Кубани, Терека, Оренбуржья и Урала.